Я расслабилась и балдею. Вообще, British баня, само название, да, оно родилось, когда я побывала в Англии, в Лондоне, в Британском музее, и увидела, что как здорово, когда собрано все самое интересное, самое лучшее, то есть со всего мира. Естественно, наша территория не располагает к тому, чтобы сделать здесь полный комплекс того, что вообще люди знают о бане. Вот, поэтому мы постарались самую суть разных традиций как-то выразить и проявить, чтобы люди могли с этим ознакомиться. И мы позиционируем себя как интерактивный музей банного искусства. Ну, чан любят все. И в чан люди ходят, когда... Вообще чан – это что? Вот если говорить о сути, да, процедуры. Это аналог японского фуро. То есть в Японии принято нагревать свое тело и прикасаться к теплу через сидение в ваннах при температуре 40-41 градусов. То, чего нету в Японии, нет этих цепей, нет этих раскачивающихся качелей. Самое главное в бане – это в хорошем теле хороший дух, то есть здоровый дух. Поэтому, когда люди приходят в баню, это не только просто прогреться, это просто расслабиться, снять стресс, заодно с парением выводить шлаки человека и заодно психологически расслабиться, то есть отойти от всех будней проблемы. Настя, фоткаешь меня?